Всем привет, вы на канале Суры, и это гайд на самого метового героя ML. И это не Лейла. Без него не может обойтись ни одна игра. Каждая команда хочет забрать его себе. Он невероятно востребовательный, бустит буквально каждого. Неоднократный победитель турниров, он всегда получает МВП, он всегда побеждает. Его сложно забрать, но очень легко потерять. Кто же это? Вы, скорее всего, уже догадались. Известный авторитетный мэтр. Но потом подумав, я все-таки решил начать иначе. Сегодня у нас в гостях человек, который творил эту эпоху и который сам стал эпохой. Человек, которого я очень уважаю и люблю. Ну а если вы ищете, где задонатить в ML и не знаете, то скорее переходите в магазин официального партнера игры. Здесь вы найдете скидки, события и розыгрыши. Ссылка находится в описании. И это Вазон! Да, как же он силен! Я знаю, что это было очевидно, ведь только про него можно сказать так много хвалебных слов. Я, как продвинутый игрок ML, решила поделиться с вами, как за него играть. Я знаю, что это могут делать немногие, но можете расценивать это видео просто как пример, так сказать, расширить свои знания о игре. В этом видео, к сожалению, не будет билдов, да, как его собирать, потому что герой все-таки сложный, и вы пока что не готовы к этому. Это просто-таки основы этого героя. Начнем с того, что мы появляемся на карте немного позже остальных тиммейтов. Их, кстати, у нас 10. Появляемся мы на карте только на 48 секунде. К нам сразу бегут наши тиммейты. Как только у нас остается мало здоровья, мы используем ультимейт. Нам четвертый уровень для этого не нужен. Он похож на ультимейт Ангелы, только мы даем еще немного опыта. Начинаем бегать рядом с тиммейтом и помогать ему. Сами мы миролюбивые и никого не трогаем. Первая кровь. Даем мы, кстати, неплохой баф. 15% передвижения по реке и устанавливаем 1% маны ближайшим союзникам. Также, пока мы бегаем в ультимейты за союзником, у нас остается пассивка. Это как бы наша оболочка. Это похоже на ультимейт уже Эдит. Вылазим с нее, и оболочка остается на месте, патрулируя область по реке, подсвечивая всех, кто подходит к этой области. Длится эта пассивка 45 секунд. Но, ребят, нас могут убить наши тиммейты, чтобы мы им не мешали. Оболочка может выдержать только 10 атак. Как только заканчивается наш ультимейт, мы, к сожалению, умираем и отправляемся на фонтан. Заново в строю мы будем через минуту, на всех уровнях и вне зависимости от длительности игры. Что у нас по показателям? Имеем мы 60 физ защиты и 2251 единицу здоровья. На 12 минуте игры у нас становится уже 6056 единиц здоровья. В принципе, у нас достаточно пассивная игра. Без тиммейтов мы не можем уйти с речки, и нам просто приходится ждать их. Периодически они к нам, к сожалению, не приходят. Но как только мы используем ультимейт, мы идем пушить трон. Нам все равно какой, мы выиграем в любом случае. Вот такой гайд на Вазон получился. Надеюсь, что вам поможет это в игре, ведь теперь вы знаете, как за него играют. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, комментируйте и не забывайте подписаться на канал, ведь здесь самые актуальные гайды на ML.